Окунуться в атмосферу ретро, зажечь в стиле диско и вспомнить любимые хиты 80-х и 90-х можно было в парках Подмосковья. Фестиваль «Радио Ретро Парк» прошел в 60 парках области. В Пушкино подготовили несколько локаций. В Центральном парке культуры и отдыха была организована выставка ретро-вещей. Это возможность совершить путешествие в прошлое. Значки, марки, предметы быта. Старшее поколение вспомнило свою молодость. Все родное, на этом на всем вырос. Вот начиная вот от сандалий, как говорится, ну и заканчивая вот газетами, книжками. Ну, значки это само собой, потому что сам собирал их. Для младших это возможность познакомиться с прошлым, узнать больше о жизни своих бабушек и дедушек. У меня бабушка с дедушкой пионеры, но мы с дедушкой все время любим, когда ездим куда-нибудь в другие города, когда есть выставки вот значков, там всяких марок, мы любим смотреть всякие марки, значки, и он мне рассказывает много историй. Все это собиралось годами. Старые кассеты, новогодние игрушки, книги. Организации округа сделали тематические выставки. Мы собирали марки с нашей мамой. Вот, мы с сестрой их до сих пор храним, поэтому их тут много, то есть какие-то коллекции есть дорогих марок, какие-то более, то есть каждый раз мы приходили в киоск, и каждый понедельник нам, или воскресенье, я уже не могу спутать, в общем, каждую неделю мы старались купить какие-то марки, то есть это было наше коллекционирование, коллекционировали много всего, то есть начиналось это все от нашего дедушки. Кто-то собирает магнитики, а тогда были значки, их привозили из разных городов. На сцене прошел концерт с ретро-хитами в исполнении солистов Пушкинского музыкально-драматического театра. А на набережной Серебрянки был организован танцевальный мастер-класс. Очень многие дети вообще первый раз видят, что такое диско, и вообще видят что-то такое, что происходило еще в прошлом веке. Всем интересно. Девочки подходили, учились танцевать, глаза горят, всем нравится. Так жители Пушкина весело провели время на свежем воздухе, приняли участие в мастер-классах и сделали тематические снимки. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.